Вот и вышел патч 7.33 под названием «Новые горизонты». Мы его ждали сколько? Больше полугода. Что же он нам добавил? Как вы видите, в главном меню появились новые обои в виде новой карты. Давайте сейчас ее посмотрим поподробнее. В моем ВК паблике сейчас исходит розыгрыш в честь 100 подписчиков на канале, где я разыгрываю 3 имморталки из Dota 2. Чтобы розыгрыш состоялся, надо как минимум 15 участников, так что переходите по ссылке, подпишитесь на ВК паблик и участвуйте в розыгрыше. Там как раз я оповещаю вас о том, что вышли мои новые ролики. Так, мы могли заметить, карта увеличилась на 40%. Вроде бы кажется обычный лайн, но если посмотрим чуть ниже, видим новые для себя горизонты. Вот кемпы добавлены, просто колодец, он никак с ним нельзя взаимодействовать. Куча кемпов на карте. Позже скажу точную цифру. Штуку под названием телепорт. Как телепорт у Андерлорда. Знаете, телепортирует от этой точки до этой точки. 3 секунды каста. Теперь Раша находится не вот здесь, где он раньше был, а вот здесь. И вот здесь. Ну как? Два Рошана? Ну нет. Рошан днем находится снизу, а ночью сверху. А как он там может очутиться, подумаете вы? Он берет и просто выбегает. Я покажу позже, как это работает, если не забуду. Может, сейчас без ставка? А так это работает. Продолжим. Имеется у нас фонтан. Root Lotus. Кто смотрел аниме, тот понял, что за лотос. Ну и для вас объясняю. Можно каждые 3 минуты здесь появляется один лотос. За них вы получаете ХП и ману. Это как расходники. Работают. Чем больше вы собираете лотосов, они грейдятся и в один слот. Продолжим. Здесь добавлены энши, а вот здесь добавлен босс новый. Ну, у нас же дота симметричная, ну почти симметричная. Здесь добавлен такой же босс. Позже покажу опять же его. Вернемся. Вот так выглядят новые варды. Они дают вижен, видите? В 800 радиус, да? Идея 800. Они, как я понял, разбрасываются рандомно? Или все-таки в одной точке? Вроде в одних точках. В дорогу! Сбоку, справа и снизу я уже показал. Слева просто все симметрично, но надо тоже вам показать. Здесь опять же этот босс спаунится, с которого падает огонь шар. А, забыл еще. Вот здесь. И вот здесь появляются не руны богатства. Руны... Как их там? Сейчас. Умения. Позже скажу, опять же, хотя они должны были появиться. А нет, они появляются каждые 7 минут, так как удалили книжку, которая дает экспу. И теперь надо вот сюда и вот сюда подходить. Появляется каждые 7 минут. Отлично. Подготовился, не запомнил название. Я думаю, отлично. Руд теперь увеличили. Раньше, помните, нельзя было тут в этот пруд залезть, кроме там бруды. Вот, кстати, лотус.
Если его юзануть, то тебе дается 125 здоровья и мана. Как манго едите? Вот тут Рошан должен быть. Есть телепорт, аванпосты. Где тут аванпост? Вот он. И еще также кемпы. И тут какой-то добавлен домик. Непонятно, чей домик, но потом я буду пытаться догадаться. Да, невозможно попасть. Так. Секунду. Пока я это все делал, уже наступила ночь. И сейчас покажу даже без ставки. Вот наступает ночь. И Рошан бежит. Вот так Рошан прибегает. И в зависимости от этого из Рошана выпадают разные дропы. Ну, это со второго уровня Рошан. После первого убийства. Имеется в виду. Поменяли, сравнивали леса. Вот так выглядит. Кемпы. Отводы также можно делать, но чуть-чуть непривычно. Баунти находится здесь, на воде, как было, и вот здесь. Но перед тем, как появится босс, хочу показать, что руны на 7 появляются. Выглядят они так, называются руны мудрости, а я хотел сказать интеллигенции, потому что интеллект умнее, а это дополнительный опыт. Сейчас проверим. Ахне я злый трон, 14 уровень. Не. Спы даются не так много. Что хотелось бы побольше. Но со временем увеличится экспа. Вот сейчас заспаунится босс через 3 секунды. Так выглядит анимация. Я не босс. У него одно хп. И щит, который имеет 2500 хп и восстанавливает себе 100 хп. И на нем как бы действует вэшка Shadow Демона. Типа весь урон, который наносится, распределяется между всеми героями. Вот, убил. И при убийстве выпадает... А, ну, Огонь Шарп. Он автоматически выдается челику с плохим натворцем, вроде бы как. Простите, ошибся между двумя героями последнего натворца в команде. И анима двумя. И со временем уровня... со временем уровень руны мудрости увеличивается и дает все больше и больше экспы. Теперь я апнул свой заветный 14 уровень. Конечно, бегать теперь дольше надо. Всякие прогулочки вы будете устраивать. И ты, и вы. Все будете устраивать прогулочки. Продолжим уже с другими частями обновления. И еще одно важное изменение в Dota 2. Добавлен новый атрибут. Универсальные герои. Вот список всех героев на вашем экране. О, еще хочу, чтобы вы заметили. Из интеллекта один герой попал не в универсальные, а в силу. Это наш Огр Маги. Ну, давайте начнем с значительных изменений персонажа. Это добавление новой способности, замена старой. Вот такие я освещу, а мелкие, где плюс-минус урон, я не буду говорить, а то ролик слишком сильно затянется, так как идет слишком много небольших таких изменений персонажа. Так что начнем.
И первый герой у нас в очереди — это алхимик. Теперь монетка стала первым его умением. Мысли врожденным. И добавлена новая способность — коррозив виапонс. Покрытый кислотой оружие, герой снижает сопротивление эффектам и скорость передвижения у жертвы его атак. Этот эффект складывается. Давайте посмотрим. Я умный, зачем я смотрю на неподвижные цели? Вот на ней стаки появляются. И она не двигается. То есть алхимик может сильно замедлять цель. Под какие-нибудь диффуза цели от него не уйдет. Продолжаем список наших героев. И это Акс. У него поменяли механику крутилки. Теперь не псевдо-шанс процентный, а каждые 4 удара по нему. 4 удара, все, он крутится. Но видите, тут есть КД в виде 1,03 секунды. Чтобы убрать это КД, надо купить огонь-шар, который убирает перезарядку способности. Каждый ее срабатывает, применяет на жертв, складывается эффект уменьшения урона от атак по владельцу способности. То есть, как бы совместили старую крутилку с этой, но без псевдо-шансов. Так, продолжаем. Следующий герой у нас — это Огр Маги. Как вы уже могли заметить, у него 23 силы, 14 ловкости и 0 интеллекта. И рост интеллекта у него 0. Весь основной атрибут у него стала сила. У него появилась врожденная способность. Dump Luck. Максимальный интеллект героя равен 0. Мана героя и ее восстановление зависит от его силы. Увеличивается шанс срабатывания мультикас на 1% за каждые 20 силы. То есть сейчас, если мы получим мультикаст, я не знаю, тут пишутся изменения, сейчас проверим. Купим, допустим, 6 раз. 6. Не пишется. Но оно изменяется. Не знаю, сделали бы, чтобы изменяется. Ну еще. Вы думаете, ну блин, 0 интеллекта, ну куплю какой-нибудь вечный интеллект. Например, Хекс. Все равно у вас будет 0 интеллекта. Продолжаем к следующему герою. И это же, конечно, наш любимый Патч. Или Пуч. У него увеличили скорость полета Хука. Не знаю, как бы это круто, но для меня не сильно заметно. Хотя чувствуется чуть-чуть, что быстрее. И теперь звук пука слышно в тумане войны. Из тумана войны. Рот уменьшили урон с аганима. Замедление. Ой, не замедление, а восстановление здоровья с 25 до 20. Но увеличили радиус ульты. Дальность применения. Но уменьшили оглушение от нее и длительность на крипах тоже. Вот так вот. Продолжаем. Как вы видите, это у нас Рэп Кинг. Его довольно сильно изменили. Крит увеличили с максимально 270% до 300%. Стан уменьшили. Вампиризм увеличили на 20%. И крипы теперь слабее пушат тауэр на 35%. Да, на 35%. Но вы могли заметить, что ульта стала прожимной. Давайте прожмем. Теперь он умирает. Конечно, с КД умирает. Не знаю, зачем сделали это, но у меня есть один вариант. Сейчас я вам его покажу.
Вот вы пикнули в Рэп Кинга в тройку. Случайно, конечно, хотели бы Тейдхантера, но вы такие подумали, так, у него же ульты сменили. И талант на 25-м, что оглушение по сюжету. И файты вы делаете все время вот так. Та же самая Робага, только с кучей скелетиками. Ну и увеличили КД Ринкорна с Апсихом. Но с Аганимом уменьшается КД до 60 старых. И когда умирать союзники рядом с вами, они на 10% быстрее. То есть если какой-нибудь ваш умер на 130 секунд, то на 13 секунд он раньше спаунится. Ну, вы поняли. Следующий персонаж у нас, и это... Ой, я забыл, как это зовут. А, Андай. Ему изменили сильно шар. Раньше с помощью шарда, когда вы превращались в флеш-големы, когда вы атаковали, появлялся один зомби от Тамбы. Так можно было в соло забирать Рошана. Но теперь, если вы купите шар, поставите в него, то можно в него вселиться. А. Вот так можно вселиться, я даже сам не знаю. И Тамба становится вот такой... Ну, так сказать, большой. Жирный. Можно выселять челиков, если есть другие союзники, а я не знаю, сколько других. Одну Тамбу, одного человека можно заселить. То есть так можно засейвить челика. Продолжаем наш список. И это Аркварден. У него теперь полностью ульт работает по-другому. Когда он ставит, допустим, магнитик пил, оригинал создает круглый магнитный поле, дающий гарантию постройки внутреннего уклонения всех атак, совершенно изменения, а также увеличить свой задачи, что было. А вот, поле увеличивает дальность атаки, зависит, добавляет, каких атак магическим существам. Дольше. Оригинал, как и Spawn Spark. Он присылает песочный струк, который медленно материализуется и сражает изменения после появления врагов, и преобразуется на него взрывательно, сяжет на магическую ванну земля, атаки, и сведется быстрее, земля и больше, но наносит меньше урона. Люкс. Оригинал земля, передвижение жертвы, атаки, земля и сабвей, но наносит больше урона. Вот. Как минимум еще визуально изменилось. Вот так выглядит оригинальный щит. Вот так выглядит от иллюзии. Парк. Как вот так заспал. Это вы визуально видели. То есть вот. Первым. Для новичков сложнее будет играть на аркварде. Ну и мне, я не умею на нем играть. Так что надо продолжить наш список героев. И это Клинкс. Самый интересный, кстати, герой этого патча, ведь его полностью реворкнули, как Тетиса. Давным-давно. У него теперь нету стрел, которые дают доп урон, а теперь стрелы, которые дают доп скорость атаки, но надо их прижимать и доп дальность атаки. Вы нажимаете, и как будто на вас мом. Тарбом стреляет как бы смолой. Пока не снаряд на нас магический урон, и на 5 секунд разбивает по землю земляной лужи. Соответственно, у него противник замедляется и получает больше физического урона. Атака владельца 80 лет. То есть попал в лужу, и в ней все время доп урон. Вот сколько. Last hit 190. Я что-то не то смотрю. Вот, 120. Там был на нем эффект. Теперь ульта, которая съедала крипов и давала хп, это Ешка. И она дает доп здоровья. И все, больше особо неинтересно. И скелет спаунит на месте, где съел. Вот так это выглядит. И теперь скелеты стреляют по крипам. А ульта это инвиз, который это был. Ну, при атаке из выхода из инвиза появляется 4 скелета. При покупке Аганима Шарда вы наконец-то найдете свою Бэйрэдж. Но из-за того, что нету теперь талантов на нее, она довольно слаба. Так что и порогу очень сильно ослабили. Продолжаем список наших героев. И это у нас Дроу Рейнджер. У него просто добавили новый шар. Очень прикольненький. Она типа создает глыбу, с которой может
по- стрелять и точно там попасть. А можно интересно сказать. И они именно расставят. А, с одной стороны... Вот с лицевой стороны нельзя залезть, только вот сзади. Залезь. Такой не прикольный шар. Интересно. Продолжим. И это медуза. Кстати, смотрите. Я первый уровень, я не вкачивал щит. Он теперь все время первым вкачивается. Но видите, сколько у меня хп? 120 хп. Щит теперь уменьшает урон за единицу. Ну, урон за единицу маны. 2, 2, 3. Понятно. Угощаем урон 98%. И немного маны дает. Посмотрим, как меня пробьет. Как только падает мана, моментально вы умираете. Но сколько же будет у нее хп на 30 уровне, там со скади. Со скади хотя бы что-то получится. 1000 хп. 30 уровень лайт. Такое изменение. Еще сейчас такой баг, хочу вам показать. Так как у нее мало хп, Акс ее шотает с ульты. Вот, допустим, это, ну, тройку там. Бескади. 30 уровень просто подходит. И убивает полностью половы. С фул маны. Не знаю, это баг или нет, пофиксит, но такое есть. Продолжаем. И это у нас кто? У нас 5 новых персонажей, которые я хотел показать. Это Мипа. Ему добавили новый Аганим Шар. И что я могу про него сказать? Стоп. Я перепутал. Аганим Скиптер и Аганим Шарт изменили. Теперь Шарт это закапываться. А Аганим, сейчас увидите, это... Что будем делать? Это подсадки CSGO. Вы же помните, как вы в CS делали подсадки и убивали челиков в неожиданной позиции. Теперь также можно делать на Мипа. О, только тут у него нет оружия, и он использует оружие в виде своих братьев. При каждом новом мипе, который мипа, увеличится его статы. У него 7000 хп с этой штукой. Если выкинуть их всех, всего 2600. Приятели. Кто это? А, Рикимару, он просто он висит, не заметил. Ему добавили новый Аганим Шар, который дает дымовой завесе минус броню противникам 7. Запрещает другим врагам выбирать их целью. Кого надо убить? В смысле, врагам выбирать целью. Как? Это в смысле, что вы даете смок на одного, и тиммейт его не может сейв предмет никакой на него нажать. Ни форстав, ни апнутый ю. Все в этом роде. О, как пожелаете. Продолжаем. И это инвокер. Ему опять же изменили Аганим Шар. Теперь он не дает 3 метеора. Теперь 3 метеора это талант на 20-м. Дает то, что EMP стягивает всех жертв. Давайте покажу шар. Так, как там? E, V, Q... Я не знаю. EMP, B, B, B. Как же я не догадался. Вот так они стягиваются. Как будто такой между блэкхолом и ваф. Вы поняли. Продолжаем. И как же без Моэр? Ей добавили и шар, и Аганим. Теперь шар дарует 30% урона 30 заклинаний. И когда эта способность действует, ее владелец навсегда получает 2% урона заклинаний за каждую погибшую этому другую другую штуку. То есть она присоединяется к отряду всяких Сайленсера, Леона, Акса, который получает больше и больше клейту каких-нибудь плюшек. То есть, если она сейчас убьет кого-нибудь, она никого не убьет, потому что у него урон один. То именно в ульте. Ну, у тебя получается... То у тебя получается новое снаряд.
увеличит на 2% урона. А Аганим дарует новую способность, которая юзается как и на тиммейта, так и на врагов. Ты стрелишь в тиммейта, и из него вылетает его душа. А если во врага стрельнешь, то будет то же самое. И пока нету души, то... Тело обрушается и получает на 50% меньше урона. Окончание эффекта душа резко возвращается в тело, не нанесет сильное развение, душа проживает до конца эффекта, даже если сам герой умрет. Вот так вот работает новый Аганим. Шарт, я считаю, имба. А Аганим такой средненький. Продолжаем. Это наш любимый бог. Зевс. Ему изменили Аганим шарт. Теперь при атаке есть шанс, что прокнется Арклайзинг. И Арклайзинг изменили. Теперь урон от текущего здоровья 10%. С талантом на 20, так-то 6%. Теперь в мету зайдут такие Зевсы через райт-клик, которые собирают там два муншарда. Что-то может собрать. Молния апнуты. И просто вот так убивать всех противников. Не знаю, изменит ли это вал, но я считаю очень сильный шар, который может менять плейстайл такого персонажа. Продолжаю. И это Бисмастер. Теперь у него новый Аганим. Когда... Владелец способности его существует далеко такое, он бьет барабан на вся урона врагам вокруг, свечивая владеть его существ на долю от нанесенного урона. Только совершенная атака уменьшает интервал между ударами, вплоть до 0-4. После 20 атак, если атаки не происходит, интервал постепенно срастает. Применение способности Prime Armor считается за 20 атак, в зависимости от ее уровня. То есть я вот крикнул, я теперь быстро бью. Так. Ну, я считаю сильный Аганим, старый был какой-то слабенький. То снова вы бегаете... Файте все время. Набиваете барабаны и наносите колоссальный урон. Я считаю, он будет сильным. Хватит барабанить, и следующий у нас будет Сэнкинг. И у него изменили Аганим. Ну, конечно, не дарует новую способность, но по механике прикольно. Во время кустов может прокнуться Бороустайк. Вторая глушает. Довольно сильный Аганим. Ну, все, продолжаем. И это мой любимый Течес. Ему изменили Аганим Шар и Аганим. Но самое главное, изменили Бластов. Теперь Бластов не накладывает Смолвия, но накладывает стан, который был от старого Шарта. Новый Шарт это старый Аганим. Можно тайзер кидать на тиммейтов. И на себя, ну и он взрывается и наносит урон. А новый Аганим это очень прикольная штука. Теперь вы ставите знак 2 секунды и появляется вот такое минное поле. И от каждого шага они получают урон. От каждого сколько единиц? Каждые 2 единицы. Да. Наносит довольно большой урон. То есть прокаст легкий. Прыгаете. Стан примерно 1.7. 1.4. Конечно, сложновато сделать. Но противнику будет неприятно драться. И последний, как по мне, интересный персонаж обновленный, это Виномайзис. Ему поменяли ульту. Теперь нападает на врага смертоносную заразу, которая наносит начальный урон, а затем наносит урон в зависимости от максимального взрыва цели. Зараза замедляет жертву, врагов рядом с ней. Чем они ближе, тем замедление сильнее. Когда жертва умирает, или здесь способность заканчивается, среди гений далеко получает такой жертв заразы, который не передается другим существам. То есть вот я стрельну одного, и бегаю медленно. И взрывается в конце, и отравляется. А старая ульта стала Аганимом. Теперь она не юзабельная, но юзается только при смерти.
героем. Вот. От героев переходим к самому такому небольшому, это предметы. В основных добавился такой предмет, как граната. Если вы кидаете на противника, он получает небольшой урон и немного замедляется. Вначале покупают. Все расходники стали ограниченными, у него дается со временем. Атрибутом добавилось Дайдем. Пришлось к атрибутам. Он используется уже для много вещей. Но к ним сейчас перейдем попозже. Еще добавили корнокопия. Не знаю, как правильно читается. Такое колечко, можно сказать. Продает и восстановление маны, и хп, и урон небольшой. Используется для... Ну, вы видите. Из новых предметов также добавили гарпун, который от дальников притягивает и ближников притягивает, чтобы сбить апнутый Diffusal Blade, который также замедляет противников, сжигает ману, но больше статов, и если на себя ее заносит, то ты на 100% быстрее. А гарпун собирается из эхосабли, дайдема и рецепта. Так, продолжим. Что тут у нас еще? Arcane Blink стал КД не 15 секунд, а 7, как все остальные блинки. БКБ теперь не дает невосприимчивость к магии, а дает дает 50% сопротивления магии и невосприимчивость к чистому и отраженному урону. Защищает владельца от действия отрицательных эффектов. То есть, если, допустим, на него юзанет этот... Где ли он? Он какой-нибудь хекс или стан во время БКБ, то как бы в стане он будет или нет, ну он типа моделька будет, но нет, будет эффект на нем отрицательный, а под конец БКБ он может и оглушить его. Идет и оглушил. Такая странная механика у БКБ. Ну, она полностью изменит игру, потому что БКБ это must-have был, покупался во всех играх. А теперь думаешь, вообще стоит его покупать или нет. Сейчас нет такой штуки, как невосприимчивость к магии. Сейчас только невосприимчивость к эффектам. Добавили... не знаю, как прочитать. В хайлайкрите. Следующая способность направлена на врага, отдельно наносит ему 120 урона и замедляет его. Вот это интересно. Это интересно. Тагон полностью изменили. В плане... Ладно, не полностью, а немного. Дает магическим эмпиризм, дает 75% ПП от урона, который он наносит, и убивает всех крипов. Меньшей, имеется в виду. Из предметов вроде бы я почти все назвал, кроме вот этого. Нету теперь хода, плака стоит 800. Глиммер теперь дает невидимость, 540 скорости передвижения и подъем, погащаемые до 30 магических урон. Метеорхаммер стал меньше стану больше всего остального. Октарин стал собираться из соулбустера Персиос и рецепта. Линза получается ни во что не апается.
Eternal Shroud. Сейчас где он? Потерял. Дает риск сопротивления магии, восстановление маны в уровне 10% от урона, наносимого уровня заклинания. Но эффекты не складываются от нескольких Eternal Shroud. От пайпов складываются. И новый предмет еще появится. При броне, 2,5 восстановления маны, 62-й. При применении на средний кровельный барьер, получаем 300 физического урона в 50-50. То есть, езжаю на свою бару, на нем такой щиток, вот сверху, тут такая надпись. И добавлены новые нейтралки. Это Duels Gloves, 10 к урону и 15 к скорости атаки, если в радиусе 900 есть вражеские герои. Faded Brooch вернули, 200 к мане, 20 к скорости передвижения. И Spark of Garage дает 10 к урону, когда владелец имеет больше 50% здоровье и плюс 5 к броне, если владелец имеет меньше. А также немного афнули лопату, так как можно выкопать вот кобальта, и ты можешь им управлять, он становится твоим подконтрольным. Как мне повезло с первого раза, на самом деле. Из второго разряда вернули Orb of Destruction, Vampire Punks и добавили новый предмет. Кто эти названия придумал? Госамер. Режим владелец автоматически уворачивается от атаки вражеского героя. Так. Третий разряд новый — это Виндикат Акс. Дает 30 урона, если владелец обезумел, имеет 15 броней, если он оглушен. То есть на танк, отлично. Дендлин Амулет. Каждые 12 секунд блокирует до 300 магического урона, и 10 на урон менее 75. И еще... Дефиант Шелл. Плюс 5 броней, плюс 7 к атрибутам, когда владелец атакует, он в ответ атакует цель в радиусе атаки при зарядке 5. Майнбрикер с третьего разряда четвертым стал. И новый еще. Мертинс Плейт, 20 к сопротивлению магии. И активная способность. Теперь направляется владельцу 20% от всего урона, полученного союзниками, героями в радиусе 900. Все, в принципе, я рассказал. А, Окулус браслет теперь дает 10 к сопротивлению магии. Enchanted Quiller дает плюс 50 к дальности атаки для дальников, само собой. И еще теперь нейтралки не на всю команду выбиваются, а выпадают как бы тикеты, но я вам не покажу. И каждый герой может свои 5 нейтралок выбрать. Но если он выбрал нейтралку, то он не может ее отдать союзнику, она будет нерабочей. На этом патч вроде бы закончен. Сейчас все еще раз проверю. Все, я закончил. А, и последняя, самая важная вещь. Это у всех убрали звание. Переработали рейтинговую систему. Видите, теперь на титанах добавилось 25 тысяч. Обычно там кричали, помните, какие-нибудь про видосы, если смотрели, там тысячник, ты тысячник, а теперь 25 тысячник. По-другому начисление системы ММР. Ну, на этом можно закончить видео. Вот, все, я по ним прошелся. Так что, если вам нравятся такие неинтересные обзоры патчей от меня, то ставьте лайк, возможно, подписывайтесь на канал. Всем пока!